повестке дня очередного заседания местного совета села Казакле значилось 22 вопроса. Главными вопросами повестки дня было утверждение бюджета села на 2024 год и утверждение местных налогов и сборов. Примар села Казакле Григорий Киор подчеркнул, что для утверждения бюджета на предстоящий год был проведен анализ бюджетов предыдущих лет. Сделали анализ по прошлому году и предыдущих лет, сохранили все те ставки практически на уровне прошлого года. И думаем, что с некоторой оптимизацией работ разных наших структур и подразделений мы сможем его исполнить. Ну, конечно же, будет зависеть от условий, как мы войдем в этот год, в этот сложный период времени, когда многие компенсации и прочие там были отменены, и как примарии, какие меры и шаги принять в этом отношении. Над этим мы будем тоже работать. Председатель местного совета села Казакле Георгий Ябанжи отметил, что есть взаимопонимание между примарией и советниками. Это позволит в дальнейшем работать во благо села. Я очень доволен работой, потому что пятницу мы работали на комиссиях, с комиссиями, а сегодня уже утвердили бюджет на 2024 год. Очень доволен работой, команда сплоченная. И в дальнейшем этой командой мы намерены работать во благо только нашего населенного пункта, то есть для наших людей, во благо нашего народа. Бюджет села Казакле на 2024 год был принят в двух чтениях и составит 22 миллиона 309 тысяч. Олег Дологла, Леонид Арфонос, ГРТ, Новости.